Приветствую всех на своем канале. Сегодня я хотела бы показать свою подготовку к следующему моему проекту. Решила я немножечко отдохнуть от серых тонов и от бестовских ниточек и позаниматься шерстью. Тем более у меня лежит вот такой маленький замечательный наборчик. Вы знаете, зрители моего канала, если не видели, то пройдитесь. У меня есть плейлист с отшивом данного енотика, но набор назывался «Личный кабинет». А этот набор называется «Ванная комната». Отшивается он довольно-таки быстро. Я, тем более сейчас каникулы, я думаю, что я с ним довольно-таки быстро справлюсь, и у меня будет смена деятельности. Итак, этот набор от фирмы Риолис, серия «Сотвори сама», номер 1386, размер готовой работы 15 на 15 сантиметров. Оформлять я ее буду так же, как и предыдущий наборчик. Такой замечательный милашка спит в раковине, я просто не могу. Ну, я вам покажу, чем комплектуется данный набор, хотя я думаю, это будет ни для кого не секрет, потому что фирма Риолис комплектует свои наборы одинаково. В набор входит планшеточка ниток, используется 11 цветов. Нитки я часть взяла из набора «Личный кабинет», которые не израсходовались, потому что цвета одинаковые, а часть которых цветов не было в прошлом наборе, я перемотала. Вот. А именно, что мне перемоталось, это розовый цвет. Там он был розовый, но несколько бледнее, этот поярче. И один из серых тонов, вот этот вот светло-серый тон, его тоже в прошлом наборе не было. Остальные же ниточки у меня будут пока храниться, извините, отсвечиваю, вот в таком вот пакетике из-под набора. Пусть пока здесь полежат. В наборе также имеется вот такая цветосимвольная схема, очень крупная, понятная, простенькая, на которой и бэкстейдж, и все крестики. В отшиве будет использоваться только два вида шва, это крест и бэкстейдж. Больше других видов стежков никаких нет. Вот, ну такое милейшее создание, мне очень нравится, и украшу я свои двери, так скажем, для соответствующих комнат. В наборе есть канва, которую я уже гладила, но вот надо будет все-таки мочить, стирать, потому что вот эта вот линия, по которой было согнуто, не разгладилась до конца. Ну, я думаю, с этим справлюсь. Отрез канвы довольно-таки большой, вы можете сравнить с моей рукой. И все. Моя подготовка на этом завершена. Возьму иголочку, нитевдеватель мой обычный. И вперед. В следующем видео уже покажу вам готовую работу. Когда это будет, сказать точно не могу. Жду ваших комментариев. Подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. Пока.